Библейский портал экзегет.ру представляет. На библейском портале экзегет мы продолжаем чтение книги «Премудрости Иисуса сына Серахова», 29 глава. Она посвящена почти полностью материальным взаимоотношениям между ближними суды, даяние в долг, возвращение долгов, ручательство за кого-либо, предмет, о котором притыкаются то и дело и наши современники, потому эта глава звучит очень актуально, как и прочие. Кто оказывает милость, тот дает взаем ближнему, и кто поддерживает его своей рукою, тот соблюдает заповеди так милость состоит не только в добродушии и доброжелательстве к ближнему, но и в поддержании его своей рукой, то есть в деятельном служении ему и иногда это э, займ, иногда это то необходимое материальное под, под, подкрепление, которое крайне нужно твоему ближнему. Давай взаймы ближнему во время нужды его и сам в свое время, Возвращай ближнему. Здесь речь идет не только о том, что помочь э, попавшему в тяжелые материальные состояния нужно, но надлежит и самому, пользуясь милостью ближних, не быть забывчивым, не разрушать дружество, которое было подтверждено э, займом, э, оттягиванием его возвращения твердо держи слово и будь верен ему, и ты во всякое время найдешь нужное для тебя, не однажды, но во всякое время. Ибо кто однажды приткнется и разочарует своего взаимодателя, тот уже лишится в будущем очень нужной для себя поддержки. Очевидно, это касается не только материального, но и духовного. Многие считали заем находкою, и причинили огорчение тем, которые помогли им. Вот это э, очевидное недоразумение, бывающее среди сынов человеческих, сначала со всякой мольбой просить о займе, а потом, получив это, считать ни у кого не взятым, а случайно найденным, и забывать свои обязательства вернуть. И это было не однажды и не дважды, а многократно и Многие поступили таким забывчим образом, принеся великое огорчение тем, кто им помог. Да коли не получит, он будет целовать руку его, и из-за денег ближнего смирит голос. А в срок отдачи он будет протягивать время и будет отвечать уныло и жаловаться на время. Какая узнаваемая картина. Если он будет в состоянии, то едва половину принесет, и это вменит ему своему щедрому помощнику, в находку, то есть будет еще с некоторым укорением отдавать и половину из того, что должен. А если будет не в состоянии, то взаимодавец лишился своих денег и без причины приобрел себе врага в нем. И вот эта интерпретация, э сначала берешь чужое и на время отдавать приходится свое и навсегда э состояние недобросовестного э, заемщика, но, к сожалению, та болезнь, которой поныне болеет много сынов человеческих, а по причине этих денег, взятых и невозвращенных, приобретаются враги. Он воздаст ему проклятиями и бранью, и вместо почтения воздаст бесчестием, так бывает в отношении того, кто э, желает получить обратно свои же данные для сведения концов с концами, для какой-то необходимости деньги. Многие по причине такого лукавства уклоняются от суды, опасаясь напрасно потерпеть утрату. Это справедливое опасение. И говорят опытные, что в наше время э, для того, чтобы не стать врагом твоему заемщику лучше отдай ему столько сколько ты можешь а не столько сколько он просит но уже не чая возвращения и тогда твое сердце в отношении твоего взаимодавца остается спокойным и ты не приобретешь в нем врага тогда как не отдаст он вопреки своему обещанию того что взял в долг но к бедному ты будь снисходителен, и милостыню ему немедли. Ради заповеди помоги бедному, и в нужде его не отпускай его ни с чем. И так плохо вовсе отказать. А если ты, снисходя к просящему бедняку, отдашь ему, несмотря на его невозможность вернуть тебе долг, столько, сколько можешь подать, то сохранишь благодать в сердце своем. Трать серебро для брата и друга — и не давай ему заржаветь под камнем на погибель. На погибель чего? Серебра или души своей? Конечно же, и того, и другого, ибо серебро, сохраненное, может быть, и украдено, и иным неведомым для тебя способом э потеряно для тебя. А душа твоя будет там, где сокровище твое, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Таким образом, ты отберешь его у Господа и прилепишь к своему кладу под камнем. Себе же на погибель. Располагай сокровище сокровищем твоим по заповедям Всевышнего, и оно принесет тебе больше пользы, нежели золото. Заключи в кладовых твоих милостыню, и она избавит тебя от всякого несчастья. Так бывает с каждым, говорит Господь, кто не себе сокровищствует, но в Бога богатеет лучше крепкого щита и твердого копья, она защитит тебя против врага. Добрый человек поручится за ближнего, а потерявший стыд оставит его. И это отдельное дело, о котором считает необходимым Богом просвещенный наставник поучать сыновей своих. Это поручение за ближнего. Дело тягостное. Отвечают за учеников своих учителя, за пасту свою, пастыри ее, но это поручительство э, все труднее восходит на уста современника, ибо знает опытный, насколько немощный подопечный его, насколько переменчив их нрав, и, ручаясь за кого-то, ты ввергаешь самого себя э, в бездну опасностей и укоризм из-за того, что совсем не так, как ты ожидал, будет действовать тот, за кого ты поручился. Однако добрый человек поручится за ближнего, а потерявший стыд отвернется от него. Ибо это ручательство иногда очень важно в конкретном периоде жизни человека, чтобы за него вступились, чтобы за него походатайствовали, чтобы его порекомендовали. И это важная милостыня, которую мы призваны подавать людям, даже рискуя оказаться под укоризной из-за вовсе не опрометчивого своего слова, а за ближнего сказанного, а по причине неустойчивости и неисполнительности того, о ком мы просили. И ты, в свою очередь, не забывай благодеяний поручителя, ибо он дал душу свою за тебя. Грешник расстроит состояние поручителя, так что неплохо повзирать на нравственные качества, на душевное расположение того, за кого мы поручаемся, а не только на его профессиональные способности. И неблагодарный в душе оставит своего избавителя. Поручительство привело в разорение многих достаточных людей и пошатнуло их, как волна морская. Мужей могущественных изгнало из домов, и они блуждали между чужими народами. Грешник, принимающий на себя поручительство и ищущий корысти, впадет в тяжбу. Сказано было о благородных людях, которые много пострадали из-за тех, за кого ручались, а теперь иной образ выставляет для нашего рассуждения наставник, человек, который за кого-то ручается, но с намерением получить какую-то мзду впоследствии. «Помогай ближнему по силе твоей и берегись, чтоб тебе не впасть в то же». Главная потребность для жизни — хлеб и вода, одежды и дом, прикрывающий наготу. Хорошо иметь простые запросы, тогда не будешь с вожделением взирать на продвижение твоего протеже по карьерной лестнице, ожидая воздаяния материального для твоего собственного ему служения, за это служение. Довольствуйся малым, блажен тот, кто не все имеет, а который пользуется с благодарностью и с чувством достаточности тем, что у него есть. Лучше жизнь бедного под дощатым кровом, нежели роскошное пиршество в чужих домах. Будь доволен малым, как и многим, как тут не вспомнить слова апостола Павла, все могу о укрепляющем меня Христе, могу жить в богатстве, могу и в бедности, могу избыточествовать, могу нуждаться, и ни от того, ни от другого состояния не увлекается Душа моя, не прилепленностью к земным благам, не сокрушением и э, печалью от их недостатков. Худая жизнь скитаться из дома в дом, и где дворишься, не посмеешь рта открыть. Будешь подавать пищу и питье без благодарности, да и сверх того еще услышишь горькое. Пойди сюда, Пришлец, приготовь стол и если есть что у тебя, накорми меня. Удались, пришлец, ради почетного лица. Брат пришел ко мне в гости, дом нужен. Тяжел для человека с чувством, упрек за приют в доме и порицание за одолжение. И чья же это участь? Того, кто привязан к земному более чем к небесному, то есть, кто сделал себя добровольным заложником тех материальных благ, раздаяние которых находится в воле людей мира сего, сильных и облеченных властью. Хорошо иметь простое и довольное тем, что имеешь сердце, оно делает человека поистину свободным и избавляет его от унизительного рабства.